Привет, друзья! Готовы ли вы к нашему новому тесту? Вам просто нужно выбрать одно из трех изображений. Если вы выбрали фею, будьте счастливы, будьте радостны, будьте волшебны. Да, вы испытали трудные времена, но теперь все это осталось в прошлом, и только вы сами своими мыслями притягиваете это в свое настоящее. Оставьте все в прошлом и продолжайте жить. Не чувствуйте себя виноватым, когда делаете то, что делает вас счастливым. Если вы выбрали ангела, послание, которое ангел приносит вам, это самоуважение. Исцеление придет, добро придет, мир придет. Вы только окружайте себя любовью и позитивной энергией. Сначала любите себя, а затем отдавайте свою любовь другим. Вы не можете любить других, если не любите себя. Если вы выбрали единорога. Единорог приносит вам послание гармонии, магии и воображения. Не думайте, что ваше воображение – это не так важно. Ведь это форма творчества, которая имеет свои корни глубоко в вашей душе. Осознайте все свои мечты, желания и стремления. Примите магию внутри и вокруг себя. Напишите в комментариях, какое существо вы выбрали. Согласны вы с этим результатом? Если вам понравилось, обязательно поделитесь этим тестом с друзьями. Еще больше видео вы можете увидеть, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана или зайдя на канал. Специально для вас там собраны уникальные тесты, которые раскроют самые невероятные тайны вашей личности. А чтобы не пропустить новые и самые редкие тесты, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Вы были на канале Мартиника. Увидимся в следующем видео.